Всем здорова, друзья, с вами Спикер, и продолжается ночной ужас в игре Dead by Daylight. И ночной ужас начинается вместе с Фредди Крюгером, потому что сегодня я его прикупил, и сегодня мы оценим, насколько он крутой и какие есть плюшки для него. Начинайте бояться вместе со мной и устраивайтесь поудобнее. Наша гонка начинается. Раз, два, три, четыре, пять, вышел Фредди погулять. Мы идем тебя искать, друзья. У нас новый охотник, и давайте же посмотрим, какие есть плюшки и насколько интересен этот охотник. Фредди Крюгер на наших экранах, и погнали. Интересные карты, у нас есть функция отправить выжившего в сон. Хо-хо-хо, реально прикольно, можно, кстати, функцию включить просто и просто наблюдать уже и искать выживших. И сразу отправляем их в сон. И можно сразу их наблюдать на всей карте. Ну давайте это дело проверим. Наступает ночь, и Фредди выходит на охоту. Есть первый шум. Я вижу жертву, кстати. Я вижу жертву, и где-то была неподалеку. Сейчас мы найдем. Ох, ку-ку, кто у нас тут есть? Ну, у нас никого, мы отправили в сон. Это реально круто, и теперь можно увидеть эту красотку издалека. Она во сне, и она спит. Она пытается сбежать. Секундочку, мы тут не пройдем. Мы пробежали здесь. Куда ж ты делать, моя хорошая? Побежала здесь, наверх, и прямиком вниз. Прямиком в ад. Я вижу тебя. Отправить можно сразу всех в сон, друзья. И они будут спать. Их все видно будет на карте. Это реально круто. Это прикольно. И я практически ее настиг. И скоро она будет уже на виселице. Я иду за тобой. Она пытается меня запутать как-то. Но не тут-то было. Фредди еще идет за тобой. Фредди рядом с тобой, детка моя хорошая. И пускаем кровь. Ох ты да. Она пытается снова зайти туда и нас пытается запутать. Куда ты убежал, моя хорошая? Налево, направо, я тебя не вижу. Но она спит и где-то неподалеку. Вижу, кстати. Вижу, подкрамывает, и сейчас я ее добью. Иди ко мне, как жестоко, добью. Мы пробежимся здесь. Вот она, прям через окошко, и она уже тут. Ну, кишки, погнали сюда. Я тебя вижу. Ну, там слишком сложно как-то. Слишком сложно, и она убежала. Слушайте, осталось два генератора, и меня пытается запутать. Сегодня реально какой-то происходит трэш. Хорошо, нужно искать других выживших, отправлять их в сон. Отправлять их в сон и истреблять. Потому что Фредди сегодня вышел на охоту. Мы идем за тобой, детка. Мы идем за тобой прямиком. И ее видно. Ее видно даже издалека. Ну что, моя хорошая, в прыжке это мне нравится. Мясо будет точно сегодня. Я чувствую, будет потеха. Я хочу... О, я вижу, кстати, ее сквозь текстуру даже. Это очень удобно и реально кайфово. Мне нравится Фредди и его манера убивания. Как резко она повернула. Не тут-то было. Фредди тебя накажет, конечно же. Ну что, у нас два генератора осталось. И, конечно, сегодня будет жаркая обходка. Потому что ребята очень дружно чинят генераторы. И они боятся Фредди до ужаса. Ну, пойдем ко мне. Пойдем ко мне на крючок и будем ждать остальных. Я, кстати, уже не вижу нашу вторую цель. Она, видимо, пробудилась. Так, есть шум. Есть шум неподалеку. Это дело можно отсюда убрать. Но жертва наша еще хромает. Это, конечно, хорошо. Да я не вижу остальных. Это очень плохо. Мне нужно остальных найти, конечно, и тоже истреблять. Вот, отправляем в сон. Мы отправили в сон, и теперь можно ее носить. Я не пытаюсь снимать. Я не пытаюсь, но я вижу ребятишки, они убегают. Они куда-то убегают, все. Кстати, заметил, здесь у нас есть кто-то. Мне показалось. Да, были какие-то движения. Вот, 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 то, что нужно. То, что нужно, отправляем всех в сон, друзья. Они теперь все спят, и можно всех истреблять. Слушайте, найс. Этот Фредди просто Крюгер. Хорошо, найдем всех, где они. Где наши голубушки, куда они все делись? Вот, вот, вот наша голубушка. Она спит, и сейчас можно ее брать уже. Брать в ухапку и, конечно, отправлять ее прямиком в ад. Так, ты еще не спишь, что ли? Секундочку, сейчас ты уснешь. А с кем сном ты уснешь у меня? Осталось два генератора, она скоро уснет, ее можно истреблять. Но, друзья, сейчас мы этим и займемся. Я практически настиг ее. Буквально чуток осталось. Фредди готов. Где остальные наши? Где мои жертвы остальные? Я вас найду всех. Ух, я вижу жертву. Уже бы две жертвы на земле. Это реально круто. Оп, вторая тоже есть. Кстати, вижу третью жертву. У нас две на земле. Вижу третью жертву. Она пытается поднять, что ли? Ну-ка, подойдем, разберемся. Ты спишь? Нет, сейчас ты у меня уснешь. Крепким сном наша третья жертва. Бежим за ней. Бежим за тобой. Фредди, Фредди сейчас настигнет тебя. Это лихо. Это умно. Лихо, конечно же, что-то будет делать. У нас, кстати, на земле есть жертва. И нужно куда-то спускаться и их охранять. Потому что это хорошее дело. Она, по идее, спит и никуда не денется.
Слушайте, бегаю вокруг и не смогу выйти из помещения. Нет, есть выход. Есть выход, и кажется, одну жертву подняли все-таки и разбудили. Есть еще одна жертва, и ребята бегут к ней. Я иду к тебе. Я иду к тебе, моя хорошая. Где тут нас валяется жертва, я бегу за свежим мясом. Свежее мясо прямо перед нами. Но я его не настиг. Хорошо бегает, два генератора осталось, а мне хочется еще больше мяса. Еще больше жертв. Так, я вижу тебя. У нас где-то жертва еще ползает. Вот-вот пытается ее ползать. Один сон, и второй тоже в сон. Ох, поспите, моя хорошая. И, кстати, вот это тоже нужно красотку в сон отправить. Все у нас спят, все прекрасно и чудесно. Ну что, друзья, осталось буквально чуток, и, конечно же, нужно как-то уже истреблять их всех. Потому что у нас 4 выживших, я вижу 2, кстати. Это реально круто, они уже подглотались. И что у нас? Где наша третья жертва? Они сверху. Пойдем наверх. Ох, секундочку, я видел третью жертву. Сейчас разбудит ее. Это мне не хочется. Конечно, отправляем в сон. Куда ребята делись? Так, жертва здесь. Жертва здесь. Ну, пытается нас, конечно же, запутать. А там ребята у нас подглотались. Оп! Не тут-то было, конечно. Можем, в принципе, пробежать туда и быстренько ее обмануть. Но тоже не тут-то было. Хорошо, мы это дело отсюда уберем. И прямиком за наша жертва. Куда она делась? Она делась прямо отсюда. Она побежала сюда, куда-то сюда, друзья. Я вижу теперь ее визуально. Иди ко мне, моя хорошая. Наша вторая жертва, и сейчас ты будешь истекать кровью. А можно, в принципе, нам посадить на крючок? Уж как она ускорилась-то? Она ускорилась хорошо, так. Но я все-таки ее практически настиг. И она убежала, походу. Так, налево. Она налево и куда-то испарилась. Но она, по идее... О-о-о-о-о-о! Как получилось забавно-то? Получилось очень забавно. И я вижу, кстати, наших ребятишек. Они спят и не смогут проснуться. Если использовать генератор очень неудачно, они смогут проснуться. И тогда мне придется отправить снова их в сон. Иди ко мне, моя хорошая. У нас, по идее, тут, да, стоит препятствие, и я не смогу. Но, кстати, наша жертва истекает кровью, а другие даже и не пытаются. Я маленько отступлю. О, жертва, секундочку. Есть жертва. Будет сон. Сон крепкий будет. Смертельно крепкий. Два генератора осталось. И что? Два же. Оп! Появилось. Я не успел буквально чуток. Ничего страшного. Я все-таки тебя настигну. Да, это хорошо, конечно. И что получается? Кстати, нашу жертву подняли. И нужно пойти уже усыпить. Куда же вы делись, мои хорошие? О, вижу. Один в сон. Второй тоже в сон. В сон, Фредди? Отправляй прямиком ее в сон. Да, она во сне уже, все прекрасно. Она спит, и я вижу нашу жертву. Вижу две цели. Третья сейчас появится, третью вижу. Слушай, друзья, они очень активно играют. Конечно, нужно посадить уже на крюк кого-нибудь. На крюк, и, конечно же, отправить их в ад. Где-то прям тут была она. Где-то прям тут я ощущаю запах ее. Нужно просто прислушаться. Так, бегать на втором этаже у нас мешает это здание, которое очень сложно тут подняться и очень сложно, конечно же, найти выходы. Потому что слишком много выходов. Так, вижу лестницу. Был какой-то шум. Они пытаются разбудить друг друга. И где же вы находитесь, мои друзья? Так, есть сон. Ох ты, да, их трое здесь сразу. И отправляем всех в сон. Кто не во сне? Сознавайте все дружно, кто у нас не во сне. Я хочу это узнать. Я хочу это познать, я вижу жертву. Оп! Я хочу тебя познать. Пытается разбудить, я слышу. Она пытается разбудить, да я же не понимаю, где это находится. Я вижу жертву, вон на улице бегает. Где-то бегает по улице. Так, секундочку. Есть жертва, это дело можно, конечно, уничтожить. Ох ты жесть. Фредди Крюгер на ваших экранах, и мы продолжаем, конечно, нашу охоту. Очень дружная охота получается. Прыжок вниз, и она спит. Ну, засыпаешь, конечно. Поскорее, заходим на второй этаж, и, конечно, нужно ее брать. Нужно садить на крючки, конечно. Вот у нас истекает кровью, но я не вижу остальных. Куда наша жертва делась? Она, кстати, практически истекает кровью и скоро у нас уже помрет. А где наши остальные, я даже не вижу. Осталось 2 генератора и нужно искать остальных. Пойдем найдем и будем истреблять. Ах, куда ты убегаешь, моя хорошая? Иди ко мне, пора уже отправить кого-то на крючок. Пора уже реально отправить на крючок и пускай... Да будет смерть, я иду за тобой. Я иду за тобой, она решила бегать вокруг и отвлекает этим вниманием. Это, конечно, здорово, но ты добегаешься, я чувствую. Оп! Она добилась! Она не добегалась. Так, ну-ка, на второй этаж, я вижу, есть следы, и ребята подняли.
Подняли мою жертву. Да что же происходит сегодня? Фредди, конечно, хорош. Нет, это не получается, нужно усыпить сперва. Нужно сперва ее усыпить, а потом, конечно, нужно ее истреблять. Ну что, вдогонку, это здание мне очень мешает в центре карты, и оно очень большое и неудобное для меня. Для нашего охотника. Эта жертва тоже блондинка, не очень-то и удобная. Но ничего страшного, мы сейчас все-таки настигнем. И, конечно, нужно посадить на крючок, чтобы чтобы мучилась и страдала. Я вижу тебя. Я иду по пятам за тобой. Так, я вижу одну жертву. Но только не сюда заходи, только не сюда. И куда ж ты делась-то, моя хорошая? Мы направо, я за тобой. Я уже рядом с тобой, и уже все. Никуда ты не убежишь. Есть рядом крюк? Мне нужен крюк, потому что пора уже вешать их на крючке. Осталось два генератора, и пора это дело сделать. Пора уже кого-нибудь... Не-не-не-не-не-не-не, только куда... Она вырвалась. Она вырвалась, конечно же. Куда ты делась? Куда ты делась? Я отправлю тебя в сон снова. Так, я не вижу никого. Я никого не вижу, но я вижу, есть генератор, который нужно повредить. Два генератора осталось, и нужно пора это дело сделать. Вон я вижу, есть. Она сидит по кругам, глотается. Сейчас подойдем и разберемся. Где она? Она где-то тут. Вот он, друзья. Сейчас уснет. Одна, вторая тоже. Вторую тоже нужно зацепить. Они уходят на улицу. Куда же вы делись-то? Они вышли на улицу. Вышли на улицу и гуляют по улице. А мы за тобой уже. Оп. Они снова забегут в здание. Да что ж такое? Сегодня здание просто топовое место. Так, где есть следы? Есть следы. Вот она. Вот моя хорошая. Я иду к тебе. Ну хорошо, это дело уберу. Я прям прямиком за тобой. Два генератора осталось. Я все-таки вас найду, ребятишки. Куда бы вы ни делись, я вас всегда найду. Я вижу свою жертву. Я все-таки ее нашел. Кстати, где-то была одна еще жертва. Ох, остался последний генератор. Фредди, конечно, хорош, но что-то им нужно реально научиться управлять. Либо ребята просто топовые. Сейчас, секундочку, вот буквально чуток потерпел одна, и сейчас будешь на крючке. Давай же кричи громче. Ребята все проснулись, походу, я не вижу никого, она кричит очень. Нет, одна все-таки спит у нас. Так, пытается починить, остался последний генератор, и что же они будут делать? Мне нужно хотя бы взять одну жертву, и можно будет, в принципе, всех положить уже. Да куда же вы делись-то? Я вас не вижу. Хорошо, оставим ее на крючке и пойдем искать других, потому что остался последний генератор, есть на втором этаже, есть еще у нас на улице. Мы отправляем кого-то в сон. Нет, здесь у нас никого нет, но пытались починить. Это дело, конечно, мы уберем. Ребята спасли. Ну-ка, прямиком туда. Сейчас, сейчас, секундочку, ты во сне. Ты во сне, хорошо. Нам нужно все-таки пойти туда, и там у нас есть две жертвы. Я вижу тебя. Сейчас прямиком в сон. Одна спит, вторая спит, и скоро будем истреблять. Так, ну я прям в прыжке. Практически идеально. Вот есть крючок, погоди, далеко не уходи. И я хочу тебя навешать на него. Последний генератор остался, и я хочу все-таки сегодня всех взять. Но это здание в центре мне сегодня очень сильно мешает. И они снова бегут туда. Они снова бегут туда же. Да что, ребята, такое происходит? Я все равно тебе настигну, ты пойдешь на второй этаж. Черт, что происходит сегодня? Я не понимаю. Хоть убейте, но только не в глаза. Ах ты жесть. Они реально топовые ребята, я иду за ней. Прямиком за ней, Фредди. Куда ушла? Она ушла сюда. Я вижу ее следы. Я вижу ее следы, но я, походу, ее на второй этаж пошла. Она спрыгнула именно тут. Секундочку, пытается разбудить. Она во сне. Ты тоже во сне. Да, они обе во сне, и сейчас будем настигать. Ну давай же засыпать. Заснула и сразу положила. Ох, нет, только не в глаза, родная. Только не в глаза и далеко ты не убегай. Сейчас ты тоже у меня, по идее, ляжешь. Последний остался генератор. Ну что ж такое-то, бегаете вы хорошо, конечно. Налево, направо, куда ты пойдешь? Я вижу тебя. Я вижу тебя, и буквально чуток осталось. Нет, не получилось, ничего страшного, еще разок можно. Надеюсь, не будет никаких препятствий, и я смогу тебя прям в полете. Ох, я вижу, ее поднимается, кстати. Скорее туда, прямиком туда, и нужно отправиться сразу в сон. Обалдеть, Фредди туда-сюда, конечно, бегает, они кричат. Ну, давай усни. Ты уснешь, родная? Да, она уснула, вторая тоже спит, она убегает. Нужно убежать от той жертвы и ее, наверное, охранять. Либо отправить ее просто уже на крюк. Хорошо, пойдем на крюк. Остался последний генератор, конечно, худо мои дела. Нет, его сразу бьем. Оп, кажется, я ударил. Но она, кажется, сбежала. Да, они сбежали, обе ранены, но я вижу, кстати, мою жертву. Иди ко мне, моя хорошая. Иди ко мне, конечно, я должен тебя наказать. И что ж ты будешь делать? Налево, направо. А мы сюда пойдем.
мы пойдем сюда, я видел. Я видел тебя, далеко ты не убежишь, потому что ты уже буквально передо мной. Ну что, я осталось буквально чуток, уже много крови нам потеряла. Я вижу на втором этаже. Тут, кстати, у нас есть кровь. Так, истекает кровью. Хорошо, у нас на втором этаже, она, вижу, глотается. Эх ты жесть, ребятишки, ну что же вы делаете? Так, кажется, у нас уже одна погибает, и, кстати, есть уже ей хана. Я вижу, бежит свежее мясо в мою сторону. Спящее мясо истекало кровью, и, конечно, она погибла. Куда она делась? Она была буквально здесь. Нет, я вижу тебя, и я бегу за тобой. Ты, походу, прыгнула назад и бежишь сюда. Оп! Не тут-то было. Иди ко мне. Иди ко мне, моя. Фредди тебя соскучился по тебе. Сейчас я тебя найду. Вот она. Она ждет. Не дождется. Нет, не получилось. Хорошо, в обратную сторону. Получилось. Оп! Все-таки я схватил. Обалдеть. Берем ее, конечно, за шкварник и потащили ее на крюк, друзья. Осталось буквально чуток времени. Мне пора уже отправить кого-нибудь на крюк и, конечно, кого-нибудь истребить. Я вижу, есть жертва и отправляем прямиком на крюк. Прямо справа от меня есть кто-то. Есть кто-то. Отправляем его в сон. Так, она во сне. Она во сне уже. Нет, нет, это дело не пройдет. Это дело не пройдет и, конечно, она пытается меня отвлечь. Это дело пускай погибает. Но я тебя все равно найду. Остался последний генератор, конечно, дела мои ходы. Это дело можно уничтожить. И что же они будут делать? Они будут спасать остальных. Тебя в сон, конечно же. Тебя в сон, и вы убегаете. Прямиком за ней, она еще не во сне. Это, конечно, худо. Все нормально, она спит. По идее, должна спать, и я, по идее, должен ее увидеть. Сейчас мы... Сейчас, родная, я тебя настигну. Ну куда ж ты делась-то? Так, вижу, бегает, вижу, хромает, и выходим на улицу. Где, черт возьми, здесь выход? Вижу вторую жертву, тоже хромает и тоже. Вот, кстати, есть выход. Выход прямиком, и вот наша жертва. Там есть свежее мясо, они пытаются разбудить друг друга. Это, конечно, не наступит, потому что мы пытаемся их сразу усыпить. Оп! Не тут-то было. Иди ко мне. Все у нас ранены, все хромает, и нужно, конечно, их истреблять. Нет, 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 нормально. Прям в полете мы тебя берем за ухапку. Оп. И рядом есть крюк, кстати, друзья. Есть рядом крючок. Это дело можно воспользоваться и, конечно, подвесить. Нужно уже брать всех остальных. Все, кажется, хромает, и всех можно брать. Я вижу одну, вижу вторую, кажется. И можно прямиком идти. Прямиком в ад. Ну, пойдем добежим до нашей жертвы. Как она далеко? Она очень далеко. Она слишком далеко. Ну ничего страшного, сейчас мы добежим и возьмем. Ух ты жесть, куда ты убегаешь, моя хорошая? Иди ко мне, я соскучился по тебе. Остался последний генератор, и ребята, походу, спасают. Не люблю это место я. Ох, как я не люблю это место. Можно, в принципе, обмануть попытаться. Но дело не получилось. И бежим в обратную сторону. Куда ты делась-то? Ох, запустился последний генератор, но наша красотка висит. И куда ж вы делись-то? Я даже не знаю, друзья. Может, мы отойти чуть подальше? Я вижу, есть одна. Я вижу тебя. Ты прям передо мной. Ты хромаешь, истекаешь кровью. И где ж ты? Так, я тебя потерял. Я тебя потерял. У нас осталось две жертвы. И я их нет, вижу одну. Вижу одну, вторую я еще не вижу. Она просто идет. И даже не подозревает, что я нахожусь рядом. Но осталось буквально чуток, она где-то тут находится. Вот моя жертва. Иди ко мне, иди по полю, они снова в здании. Да что ж такое сегодня происходит с этим зданием? Я ненавижу это здание уже. Оп! Попалась одна жертва, я не вижу вторую. Куда делась вторая, последняя? Ее нужно усыпить было. Обалдеть, Фредди Крюгер все-таки сегодня взял троих, можно сказать. Куда ты ползешь? Иди ко мне. Ну, походу, четвертая жертва убежит, и я все-таки посажу тебя на крюк и буду ждать до конца. Где выход? Вот выход, и есть крючок. Ну и что, друзья, мы сегодня взяли три жертвы, в принципе, было весело. Нужно какую-то тактику иметь с Фредди Крюгером и, конечно, ее пользоваться. О, кричи громче. Ну, кстати, моя жертва не спит. Она не спит и где-то неподалеку. Даже не сопротивляется, мне, конечно, нечего делать, только ждать нашу четвертую, потому что точно... Ох, вот она, отправляем ее в сон. Она во сне, она хромает, можно уже и вторую усыпить, вторую тоже усыпляем. Да, друзья. Ох, да, есть одна, и сейчас скоро уснет вторая. Если дверь не открыта, ей будет хана. Ей будет хана, потому что дверь открыта. Это очень печально, и она, походу, убегает. Она убегает, у нас осталась еще одна жертва. Нет, 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 нет. Куда ж ты убежал-то?
Куда ж ты убежала? Она была буквально здесь. Нет, она пробежала уже. И осталась третья. Сегодня взяли троих, конечно, ползет к выходу, но это ее не спасет, потому что ее бросили. На Фредди. Она пытается к выходу убежать, друзья. Открылась дверь, и она пыталась уйти к выходу. Нет, это дело не пройдет, и пойдешь на крючок. Новогодний крючочек, друзья. Добро пожаловать в ад. А это был Фредди Крюгер, с вами был Спикер, и увидимся в других роликах. Всем спасибо, кто болел, и до новых встреч. Всем пока.